Лёва будет рад. Лёв, чё ты такой грустный? Все забыли про моё день рождения. Я не забыл! Это я сам сделал. Спасибо. Ты правда не забыл. Это сквиш, ручка и открытка. Лёв, это не простой подарок. Он волшебный. Волшебный? Он что ли исполняет детские желания? Ну попробуй, загадай что-нибудь. Что-нибудь. Еще положи мою открытку. А то желание не сбудется. Ну ладно. Я хочу... Мое желание сбылось! Смотри, это змея! Двигается, как настоящая! Ого! Лёв, давай еще что-нибудь загадаем. Хорошо. Я хочу... Это скин из Fortnite GG Yonder. О, я тоже хочу такой. Ну, загадывай. Я хочу. Это Омега. Я хочу. Холодное сердце. Не, не надо. Косметика. Я хочу. Это же бургермания. Бургеры делать. Или что-нибудь подобное. Бургеры. А я хочу кого-то попугать. Я хочу. Ламборгини! Рок, вытаскивайся! Разлом из прошлого! Это, наверное, 3 года назад разлом добавили, его теперь нету. Ну все, готовься. Глеб, ну спасибо! Классный подарок! Да, да. А, подлетай в разлом! А нет! Разлом! Забираем разлом! А что это вы тут делаете? И откуда все эти игрушки? А какое сегодня число? О! Ну ладно я, а ты-то как могла забыть? Так, хватит спорить, что делать будем? У меня есть идея! Звони! Скорее звони! Ага, да, едем! Все, хорошо. Ребята, скорее собирайтесь. Лев, у нас для тебя сюрприз. А я думаю, вы уже забыли про мой день рождения. Как ты думаешь, ему понравится? Я надеюсь. Пойдем переодеваться. Что? Костюмы? Мы будем летать! Погнали! Поставим вас на секунду. Поднимаем вверх голову, смотрим прямо. We'll be right back.
лучший подарок на день рождения. Я очень рада, что тебе понравилось.